А там внутри в лесу, да? Вот, кстати, этот магазин вот новый, да? Там у них, знаешь, один из лобов, у него там такие рамы с лобами. На этот раз вниз, вам не повезло, ребят. Не говори, ни на секунду нельзя оставить. Сколько можно вас ждать? Не вышляйте. Ни на секунду нельзя оставить. Не говори. Потому что... Да. Я знал, что ты не возьмешь, Стёпа. Я не понял, а кто сегодня ставит? Санёк всегда ставит, сейчас Миша пьёт. Я кожу хожу. Сказал бы, я поеду. Как же ты с Питера, а где ты сейчас живёшь? Ну, очень в таком городе интеллигентном. Швепсик, родной, привет северным. Слушай, 4 часа. Ты посмотри, какой это. Ты, во-первых, 3,5 часа. Так, ладно, подавай туда. Кентам. Подавайтесь. Билет на бизнес-класс из Москвы. Почему мы будем говорить? Говорите, велосипедист. Вообще, кто у нас сегодня провинившийся? Мы провинились, купили эти велосипеды с тормозами. Ну и что теперь? Нас за язык тянуть, ну. Что? Да, надо я себя спрашиваю, вы купили велосипед? Велосипеды. И отмываем их. Ну кто вас говорит, блин? Чтоб не рассохлось, ребята. У нас сегодня 4 новых велосипеда, чтобы вы понимали. 2. Потому что 2 остальных прольются в следующий раз. Да. Так что 2. Давай. Может, еще раз будем тормоза обновлять. Ну, хорошо.